Что там, братва? Показывать вам смытый маркер с башки, нахуй. Из-за того, что, братва, волосы, короче, лысые, оно иногда так кажется, но без света нормально. Когда светишь, блядь, то кажется, что, нахуй, проплешины какие-то ебаные. Не повезло, конечно. Ты в натуре Кизару. Так и хотел, превратился в Марс. Бицепс покажи. Ну, это... Это такое... Страшно, вырубай нахуй. Ну, пиздец. Духа, ты слышишь меня? Духа! Джингли, мне так что-то плохо. Ты слышишь меня? Слышу, да. Духа. Это из-за лупа. Духа. Эй, залупа! Бля... Что тебе плохо, не пойму? Не знаю, четвертый день уже, пиздец, очень плохо. Сегодня, пиздец, надо к доктору меня, блядь, срочно. Кожа какая-то, пиздец, чувствительная. К солнцу, да? У меня тоже так же. Я вчера вышел на улицу, я чуть вообще как будто в Африке где-то чуть не сгорел. Я тоже, было дело. Пошли к доктору, спросим, чтобы... А меня уже чуть-чуть произошло, я вообще тебя прекрасно чувствую, как атлету. Давай я тебя пристрелю, Туха, чтоб ты не мучился, бля. Джигли, тоже у тебя, да, днём пиздец прям? Днем тоже, да, пиздец. Днем, да, ну шо ж, да, ночью полегче, как будто, Туха. Не, ну что-то полегче, не жарко хоть. Вот, ну, прохладно, а... Ну, жрать хочу, пиздец. Очень сильно. А все, что у меня было, какое-то говно. Вот такие, ребят, у меня есть часы. Отцовские. Охуенно показал. Охуенно показал часики. Оторвался нахуй. Пина. Чинозас нахуй. Это, блядь, часики нахуй. Это я, блядь, понимаю, блядь. Это, блядь, стиль, блядь. Это, блядь, все, блядь, нахуй. Паленка, черти вы. Это нихуя не паленка. Это оригинальный Casio. У тебя башка почернела. Болеешь, что ли? Так, молчи, если сосал. Так, короче. Джигли завязывай. Абра, Виш. Джигли и ты, Тесак. Тесак. Идем за мной. Иди нахуй, хули ты подходишь, да мразь. Ты долбоёб, пошли, сука! Еблан ебаный, пошли, зовут нахуй! Ой, хуй сос, пошли, короче. Есть посмотрите. Такая в углу срёт, блядь. Я уверен, что всё хорошо. Чё, ебанутый? Я мог сюда всё так подойти. Я ему машу, бля, хули. Пошли! 9,2. Туха! Туха, не откисай, Туха, нет. Вставай. Туха. Растормошите встала, его. Встала, тварь! Сейчас я это приведу остальных, блядь, друзей, нахуй, наших. Вставай! Вставай, сука! Ай, блядь! Ай, не... Давай! Всё, 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 всё. Давай, вставай, сука! Блядь. Что вы ебать? Да куда ты, блядь? Ебала. Ты же Абрахам, а ты его мамку ебал? Всякое. Естественно. Ой, блядь, это не то. Она хоть красивая? Покрасивее твоей будет. Ты меня 2 недели знаешь, уёбок. Ну покрасивее твоей любая собака дворовая будет, конечно, Туха. Чмо ты, уёбище конченое. Ты меня 2 недели знаешь, хуесос. Чё ты там, блядь? Жень, лишнего себе не позволяю. Зато твой отец, Абра, тебя знает уже всю твою жизнь и твою маму. А чё он, Абрахам, себе позволяет?
Кстати, Туха, я тебе не говорил, я твой отец. Схуяли. Так уж вышло. У меня отец космонавт в космосе умер. Кто? Космонавт. Он не вернулся, он летчик-космонавт. Астронавт, нахуй. Как вы себя чувствуете? Ну так, после того пойло полегче. Пойло хорошее. Что за пойло? Флягу какую-то дали, мы выпили. Лекарство же вроде. Такой да, привкус да. Еще металлический такой. Вкусный. Ладно, встаем. Блять, поднимайся, встать. Сука, старый. Встать, встать! Давай, встать. Встать! И пошли. Все, вперед. За мной! Вперед, вперед, собачка. Так. Сейчас вы заходите туда, в круг. Вам дальше все расскажут пока что. А? Что делать, добро. Я думаю, разберетесь. Конечно, конечно, все объясним. Я точно так объясним. Проходите, ребятки, в круг, не стесняйтесь. Проходите, проходите, проходите. А, не, ну его нахуй, не. Вернись нахуй, где он, блядь? Что-то это, ребята. Кто там, блядь? Давай. Паленым, жареным. Какая-то заходим, нахуй. Блядь. С другой стороны. Для вас проверочку подготовили. Нашли двух вампиров. Отрубать головы им не надо, ничего отрубать не надо, мы не какие-то здесь звери и прочее. Просто сделать так, чтобы они умерли в страданиях. А есть серебряный крест? Думаешь, поможет? Конечно, я в книжках читал. Солод, есть с собой серебряный крестик? Нет, пока тоже нет. Давайте хниксу, с хниксой начинайте. Вот с этой что ли? Да. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti! Блять, демона изгонять зачем, ёпта? Думаешь, в ней демон? Я не знаю, вампир она. Блять, ну, Терри, ты как думаешь, может и правда, пусть прочитает, пробует? Нечистая сила какая-то, точно присутствует. Она нас хотела, чтобы нас съели вампиры, она нас отдала на съедение вроде. Да? Я не помню, это она? Вы видели за собой какие-то изменения? Тварь, блядь. А, да там хуёво три дня было, это она всё сделала, пиздец, да? Пиздец, хуёво. До сих пор хуёвить, падаль. Скорее всего, это были они, и они просто пытались влить свою кровь в вам. Не слышал так это, но становятся вампиры. Чтобы вам надо покончить с ними и выпить ее кровь. И тогда вы будете чувствовать себя... Кого нахуй? Заебись. Блядь, это хуйня. Давай так и сделаем, Туха. Блядь, еще вот три дня вот этой хуйни не хватало еще вот это, блядь. Кровь, пиздец, это единственный вариант не быть вампиром, упырем, блядь. Ну так и сделаем. А мы тогда точно не будем вот как они? Конечно, твари. Нет, вы чё? Ну что тогда, чё мы? Кады крешай нахуй, кады крешай. Ух, ебать! И чё, прям пить надо? Чё, прям пить? Да, давай! Прям в засос, блядь. Чё, прям с руки? Давай, не сдерживайся, пей! Давай, Туха, давай! Бля, чё-то мне тоже джигли хочет. До дна! Надо по-любому! Прям в плечо ебани ей нож до конца. Давай, Абра, соси, Абра, пока течет! Абра, соси, пока течет, соси! Все вроде, слышь, она вся пустая, походу. Все вытекло, что бухло. Не убивайте, пожалуйста. Ой, это что? А я еще у тебя, она еще не пустая. А ну руку дай сюда, тварь. Все за мной, идите. Все шесть. Все шесть за мной. Все шесть за мной. Сюда еще кто-то. Вообще вкусятинка, чисто хваря. Я ж хуй встал. Ого. У меня тоже немного. Ну как будто бы. О, похмелились, бля. Похмел. Сейчас реально легче. Сука, тварей. Это реально Карабасися. Знаете, это какой-то лорд-вампир из какого-то сериала, нахуй.
Старый именно такой, блядь, уже. С глазами человека было уебаного, сейчас, да? Так че, нам можно еще одну тварь схавать? Сейчас, подожди. В общем, смотрите, вы стали, ну, как вы уже поняли, вампирами. Если бы ж лечились! Ну, блядь, ноги сломала. Эта штука на самом деле не лечится. Вам дали испить свежей крови человеческой сейчас, в данный момент, чтобы вы окрепли. Это первое. Второе. Они же вампиры были, подожди. Нет, что они были обычными людьми. А вампиры вы. У вас есть всего лишь три варианта. Первый – присягнуть нашему клану, клану Вендру. Либо остаться вампиром-одиночкой. Третье – пойти в другой клан. Никто вас не держит и так далее. Пиздец, блядь, что за герои, меча и магии, какие-то кланы, какие-то вампиры, подожди, это же да, шутка, не, да, не, это подожди. Шутка. Подожди, не ори. Вы все время были вампирами, ничего нам не сказали. Да, вам даровали, так сказать, второй шанс. А что вы предупредить не могли, блядь, сказать там, ну... Ну, знаешь, если бы мы сказали обычному человеку о том, что мы вампиры, нас бы убили. Да меня мама убьет, блядь. Какой вампир, блядь, мне 18. Я тебе скажу так. Во-первых, ты уже не человек. Теперь я твоя мама, туха, блядь, брат, твой папа, понимаешь, да? Все, блядь. А теперь ты больше не человек. Ты все-таки... Ну как не человек? Ты шо, живой? Тебя убили 4 дня назад. Ну как убили? Ну как это, блядь, убили? Как я стою? Получается, нежить, ёбаная, или кто? Смотрите, я вам как докажу сейчас. Зомби, что ли? Помните тех людей, которые только что вы убили 5 минут назад? Ну. Да. Они сейчас станут перед вами, живые обратно. Где, подожди. Ну, сейчас вы скоро увидите, не переживайте. Вранье, все только вранье. Послушайте внимательно. Им об этом категорически запрещено рассказывать. Если вы это расскажете о том, что вы их убили, и то, что они теперь являются вампирами, вы умрете моментально. Наш высший. Можете его называть как угодно. Некоторые старший, называют... да? Высший, старший, отец и так достойный. Далее. Достойный. Достойный самый из вампиров или кто? Ноги. Тот, кто даровал тебе эту силу, подарил. Пойдем, твари. Вот что у нас глаза-то такие странные у всех. Это потому что мы вампиры, кровосиси ебаные. Джигли, я вообще нихуя не понимаю. Да, блядь, что... Я чувствую, как у меня морщины утягиваются обратно. В общем, да, вам нужно будет соблюдать определенные правила в плане того, что нельзя оскорблять своих сородичей. То есть других таких же... Понял, Джигли. Даже духу? Нет, между... Ну, между собой вы можете как угодно, если вы не обижаете труд. Зачем ты это сказал, блядь? Ты мог предотвратить, блядь, бы оскорбления мои, чтобы меня больше не оскорбляли. Зачем ты сказал им? Не, ну, знаешь, духу оскорбляйте, он не сородич, он сородич. Если ты обижаешься, то вправе подать все-таки на него в суд. Понял, Джигля, нахуй. Иск в суд, нахуй. И когда это будет? Обряды? Прямо сейчас, я думаю. Прямо сейчас. Ого, хорошо. И что, это у нас вечная жизнь будет, или как? Да, вы теперь вот как вы выглядите сейчас, вы будете выглядеть через 100 лет, а через 200. А что, у меня морщины не уйдут? Нет. Я думал, если я вампир, я молодею. Регенерация, вся хуй-то. Короче, ребят, проще, давайте супер быстро все сделаем. Вам надо раздеться догола. Слушайте, представьте, чего у тесака сейчас в голове, нахуй, он не понимает. Чего, ебанулись? Нахуй. Я же говорил. Вы чего это пороть будете? Раздевайся нахуй. Пупс, иди нахуй, я тебя въебу. Не соси мне нахуй. Вы должны будете произнести клятву на колени перед Терри, перед вашим, так сказать, отцом, который подаровал вам жизнь. После этой клятвы вы забегаете обратно сюда, я надеваю на вас колечки. И сейчас как раз будет ночь, вы сможете успеть отрегенерировать. Да, вы умеете обладать регенерацией, умеете долго бегать ночью. Я думаю, вы чувствовали ночью произнести. Ебану тебя, я тебя ебану. Блять. А мне можно в туалет пока пойти? Можно я хотя бы один? Как мне комфортно. Пойдем. Блять. Пустите меня.
Проходите, мистер, пожалуй. Иди. Я тоже ж срать хочу. Ну, сперва я, а потом ты. Давай, сри. Ну, тогда уйди. Выйди. Я потом в очередь. Я в суд тебе подам, блядь. Иди, сри в душ. Я на унитаз. Ты посрать по-человечески. Выгнали тебя нахуй. Говно поляшком потекло. Ладно. Иди нахуй, Джик. Давай я, брат. Ушел. Иди. Абра, друг, у нас сегодня другой возможности. Абра, пожалуйста. Блядь, дай тебе помыться. Ты там? Он дрочит. Ну, что естественно, то не безопасно. Не дрочи, ты вампир! Закрыто. Не дрочи. Да нет. Пиздец, рейсы нахуй. Открывай нахуй! Пиздец. Ты его напугала. Ты, сука, дрочила нахуй. Ты кому? Выходи. Ну, как я подкакал. Хорошо. Да? А где девушка голая, где была? Где? Оделась уже, блядь, пока ты тут гляди нахуй. Какал. Что это значит, было? Сейчас все покакал. Выходите обратно на кухню. Хотите анекдот? Давай. Пришел Туха в туалет. В толчке сперма. Туху спрашивает. Дрочил? А вот ему. Нет, пернул. Не понял. Ничего. Ну типа его в жопу ебали, и он выпернул. Я ж потом суть она подам, блядь, чмоты, блядь. Да, Сисаку тоже объяснить. Сейчас, смотрите, я думаю, через окошко увидите, вон люди стоят, вам нужно подбежать, и рядом с ними... Нужен уже. Сейчас? Можете сейчас, если готовы, бегите. Все одновременно, быстрее. А зачем все? Я не тяну, отчим, получившее силу от своего отца, обязуюсь хранить. Раз, два, три. Я не тяну, отчим, получившее силу от своего отца, обязуюсь хранить верность ему и отцу и семье, поддерживать его и всю его семью. Во всех решениях и тюрьмах я обязуюсь учить право семья. Отражу мне силу, я не смогу нас усомниться в моих идеях и помыслах, но только себе позорчим и подвести. Каждый, кто мог называться моим братом, получит мне насильную помощь, ровно как я имею право рассчитывать за каждую из них. Помощь, ровно как я имею право рассчитывать на каждого из них. Кто все, быстрее убегайте. Право рассчитывать на бегите. Каждого из них. Амар, это уж там не отсосать, быстрее. Да иди нахуй туда. Так, вот это кому даю? Это мое. Одевай. Пупс, поможешь одеться? Конечно. Пойдем. Давайте одеться помогу. Да иди нахуй отсюда, сука. Давай. Давай. Убери свой рот от моего члена, хуй. Давай помогу. Давай помогу, чуть-чуть. Съебал. Давай штанишки вот натягиваю, штанишки натягиваю. Брат, ты же говорил, что ты не сосал. Бля, я хочу сделать костюм Блейда, нахуй. Чё? Можем куда-нибудь переместиться в бар или... Меня подожди. Ну да, тут очень интересно. Ну как бы остальные уже не нужны, мы будем... Мы с тобой потом договорим на лужайке. Бля, ебать я Блейд нахуй, реально, в натуре, бля. Бля, в натуре, бля.